на сегодня специально для вас мы приготовили полный комплект из драгоценных натуральных камней под названием Ария. Вы получаете сразу колье и браслет единого размера. Сразу весь гарнитур со скидкой в 66%. Натуральные камни на выбор. Это невероятно яркое, актуальное предложение, особенно к лету, когда мы сняли с вами шарфы. У нас открыто декольте, мы с вами можем форсить и выглядеть самыми такими воздушными феями в своих летних нарядах. И это натуральные камни. Посмотрите, природные биостимуляторы. Натуральные камни дарят энергию, дарят силу. Они заряжает и вдохновляет женщин. Здесь у нас целая россыпь драгоценных камней. Мы с вами получаем и колье, и браслет в комплекте. У нас браслет единого размера, а колье у нас с вами представлено также в едином размере. В размерах на выбор. В размерах на выбор, да. Серебряный замок высшей 925-й пробы. И сейчас колье является главным трендом 2021 года. Выбирайте, у нас единая цена на любой размер, на любую длину колье. Это выгодная цена, как никогда. Цена только сегодня 799 рублей. Торопитесь, сделайте заказ, скидка 66%, 799 рублей. Это комплект Ария колье. На выбор есть разные размеры и плюс еще браслет. Вместе два ювелирных драгоценных украшения. Давайте выбирать свой вариант. Вот, например, Арина выбрала фантастическое сочетание. Здесь у нас лазурит и авантюрин. Но у нас есть масса вариантов. Выбирайте также по несколько. Давайте посмотрим на первый вариант. Это зеленая яшма. Зеленая яшма несет женщинам красоту. По мнению жителей Востока, помогает лучше контролировать свои мысли и действия. Следующий – это синий лазурит. Придает решимости, уверенности в своих силах. Способствует исполнению желаний. А земляничный кварц, какой он нежный, женственный, завораживающий камень, камень любви для эмоционального спокойствия, душевного облегчения, дарит защиту от негативных мыслей. Как хорош невероятный нефрит. Он еще известен с незапамятных времен. Украшения из нефрита способны защитить от негативного воздействия и благоприятно влияет на сон. Авантюрин, минерал, который покорил сердца людей своим удивительным цветом. Он похож на мерцание звездного неба темной ночью. Поможет наладить общение с людьми. Так, дальше. А жадеит – это редкий камень, который придает человеку уверенность в собственных силах, уравновешенность и спокойствие. А бусы, кстати, с браслетом из данного камня способствует стабилизации давления. Ой, супер. Сардоникс. Вау. Оберег любви, способствует омоложению, дарит яркость, живость и самообладание. А также у нас представлен лунный камень. Он успокаивает ум, пробуждает в людях мечтательность, мягкость и нежность, устраняет гнев и внутреннее напряжение, способствует развитию интуиции. И вы получаете комплект. У нас есть длина колье от 45 сантиметров до 55. И плюс и браслет единого размера. Два в одном. Кстати, у нас, когда был представлен 3 марта этот гарнитур, то за одну презентацию было распродано 500 комплектов. Сегодня цена еще доступнее, еще снижена только на один день. Сразу колье и браслет вместе по цене 799 рублей. Звоните сейчас, успевайте, забирайте из эфира, поторопитесь. Невероятная возможность сегодня сделать такой заказ, особенно к лету. Конечно, уже по два комплекта заказывают наши телезрительницы. Рекомендуем вам минимум такое количество сегодня выбирать, потому что цена как никогда низкая. Кстати, обратите внимание, зеленая яшма. Китайские философы верили в способность яшмы как проводника к тайным знаниям и тайнам мироздания. А греческие лекари использовали минерал для лечения и считали его мощным оберегом. А лазурит – это тот самый камень, который привлекает внимание к вам и притягивает удачу. Камень помогает хозяину принимать верные решения и помогает наладить владельцу также возможности двигаться вперед по карьерной лестнице. А земляничный кварц, нежнейший камень, такой приятный, женственный, смотрится просто потрясающе, невероятно. И кварцы обладают способностью привлекать в нашу жизнь счастье. Ну, а мне очень нравится нефрит. Ох, нефрит. Красивый. Древние китайцы, кстати, ценили нефрит дороже золота. Нефрит для них был символом неба, земли, мудрости и вечности. Ой, посмотрите.
смотрите, эффектный. Авантюрин как хорош. Минерал, который покоряет сердца людей своим удивительным цветом. Поможет легко находить общий язык, открывать духовные энергии, научиться, поможет отставить собственную точку зрения. Какие потрясающие у нас с вами натуральные природные камни. Это жадеит, да, очень такой нежный оттенок зеленого. И жадеит издревле ценился самыми разными народами. Для китайцев, кстати, данный камень священен. Посмотрите, это целая коллекция, это целый комплект, который состоит из колье разной длины, состоит из браслета единого размера, и у нас с вами это ручная работа. Вся работа выполнена у нас с вами на специальном ювелирном креплении, да, специальная ювелирная лента, которая выдерживает до 10 килограмм. Посмотрите, это сейчас лунный камень. Кстати, вот я рак по знаку зодиака, скоро у меня день рождения. Вау. Лунный камень, это мой камень на все 100%, он приносит мне удачу. Смотрите, сейчас я показываю вам паспорт качества, в данном случае это паспорт у меня будет, посмотрите, здесь серебро 925-й пробы на лунный камень. Вот, видите? Да. Лунный камень плюс бисер. На каждое такое колье и браслет вы получите такой же паспорт. Каждое украшение придет опломбирован. Мы видим с вами, что здесь очень удобный шпрингельный замок из серебра 925-й пробы. Это потрясающе модное украшение. Скажи, пожалуйста, вот сейчас это актуальный тренд? Это самый модный тренд. Он используется даже, посмотрите, в дизайне, даже когда мы говорим про ногти, да, дизайн ногтей, это тренд абсолютный в 2021 году. Знаменитости выбирают натуральные камни. Дженнифер Лопес, посмотрите, Кейт Бланшетт. Мы с вами получаем украшение, трендовое украшение, которое позволит нам с вами выглядеть ярко и получать эту энергию солнца, энергию земли. Друзья, посмотрите, это топ-модели, которые выбирают для себя великолепные бусы. Собраны вручную из натуральных камней. Выберите свое настроение на это лето. Серебряная застежка – это ювелирный комплект «Ария». Это колье и браслет единого размера. Решайтесь, звоните прямо сейчас.